От хотілося б зрозуміти, що ж все ж таки відбувається, тому що ми читаємо наших, так, українських фермерів, перевізників, вони розповідають, що вони спілкувалися з поляками, які протестують, і багато хто говорить, що насправді, і це думка і наших, так, протестувальників, про те, що все мають вирішити в кабінетах, не тут, не зараз, на кордоні все це вирішується, а мають бути ухвалені рішення в коридорах польської влади. І от питання – куди ж дивиться польська влада і як вона буде вирішувати все ж таки це питання? Смотрите, все это не так. Говорим про границу. На самом деле вопрос касается блокад, протеста во всей Польше. Все города блокируются. То же самое и в Германии, то же самое и во Франции, Испании, Португалии. Это общеевропейская проблема, связана с огромным падением зерна и других продовольственных товаров. Если смотрим сегодня на цены зерна, например, пшеницы, на бирже в Лондоне, она два раза ниже, чем два года тому назад, а учитывая инфляцию, 2,5 раза. За это время цена производства выросла очень, очень сильно, поэтому крестьяне во всей Европе находятся в ситуации банкротства. И в чем проблема? Все это, этого не решат польские власти, этого не решат даже в сотрудничестве лучшем с украинским, с президентом Украины, потому что это вопрос в чем? В том, что Российская Федерация, которая является самым большим поставщиком зерна на рынке Европы, датирует искусственно зерно, делает его дешевым, работает на обвал рынков зерна во всей Европе. И единственный способ это заблокировать возможность поставок российского зерна на рынки Европы. 14,5% зерна на европейских рынках – это русское зерно. И просто несчастные протестирующие, которые просто, у которых знания очень ограниченные, просто они видят зерно, которое попадает, и думают, что это причина их проблем. Хочу сказать так, что если бы все зерно, если бы даже 1 килограмм зерна из Украины не попадал на рынок Польши, это ничего не поменяет. Будет еще больше места для русского зерна. Поэтому то, что должно нас объединять, это объединиться в том, чтобы требовать от главных покупателей русского зерна в Европе, а это Италия, это Испания, Голландия, Германия, Бельгия. Это основные 5 стран, которые отвечают за 60% покупок русского зерна, чтобы просто прикрыть эти рынки. Они заинтересованы тем, чтобы рынки зерна были открыты. Они заинтересованы дешевым зерном, который приезжает из Российской Федерации. Таким образом, они банкротят мелких производителей в Европе, создают ненависть между поляками и украинцами, с крестьянами. Но по самом деле это все против Украины. И еще раз повторяю, то, что можем сделать, это заблокировать. Проблема также в чем? В том, что главные компании, которые в Украине занимаются экспортом зерна из Украины, это международные операторы, которые работают также в Российской Федерации. И они используют аппарат государства для того, чтобы про русское зерно молчать. У меня вопрос, почему... Вот, пане Петр, вот правда, вот почему... Не говорим про российское зерно. Почему президент Украины считает, что это политическая проблема, а не чисто экономическая, связана с Россией? Вот у меня такой вопрос. Пане Петр, от власне, чому польська влада не апелює до теми того, що присутнє російське зерно? Чому ми чуємо у страйкарів в їхніх тезах про те, що українська аграрна продукція – це проблема? Чому ситуація тільки стосується українського зерна і протести тільки на нашій ділянці кордону? Ви знаєте чудово, як непросто, звичайно, збирати врожай. І, чесно кажучи, навіть оці от акції, знаєте, коли розбивають вагони, висипають зерно, ну даруйте, пане Петр, це точно не до порозуміння веде, а навпаки до того, щоб...
Это вы 100% правы. Вопрос в том, что если будем говорить, какие мы бедные, несчастные, как это обидно, полякам тоже это обидно, поймите. Вопрос в том, что это сделка больших игроков, 5 больших фирм, которые контролируют... Польша обещала, розглядала вариант озвучити. Чому досі не озвучено? Вже кілька місяців я ставлю одне і те саме запитання. Чому не можуть оприлюднити цих гравців, які купують, зокрема, російське зерно? A pokazali сегодня или вчера, я вчера читал отчет тех, которые покупают зерно на 500 фирм, и сейчас начинается разбирательство. Вопрос в том, что вы должны понять, что рынок Польши зерна, Польша покупает и продает зерно в очень маленьких количествах. Это 2% участия в европейском рынке. Польша не является игроком в рынке зерна. Еще раз повторяю, что если бы заблокировать все украинское зерно, которое попадает на европейский рынок, просто появится больше пространства для русского зерна. Вот кто на этом выигрывает. Вы спрашивали, почему об этом не говорят. Потому что большинство стран Европейского Союза, еще раз повторяю, Италия, Испания, Бельгия, Голландия, Германия, заинтересованы тем, чтобы дешевое зерно из Российской Федерации попадало на территорию Европейского Союза. То, что нужно сделать, это поляки и украинцы вместе должны кричать. Пане Пьотр, дивіться, Володимир Зеленський, президент України, запропонував зустрітися на кордоні і поговорити саме про цю проблему, і озвучити, і побачити, тобто подивитися, грубо кажучи, один одному в очі і розповісти ситуацію, яка відбувається. Однак польська сторона, польська влада поки що сказала ні, посилалися, що це небезпечно, і от краще, якщо зустрітися, то десь в кабінетах. Чому не на кордоні? Чому не вийти до страйкарів? Пояснити, що, панове, тут не України питання, тут питання російського зерна, це питання до країн Євросоюзу, які заробляють на російському зерну. Чому не кличете на зустріч? Чому не апелюєте до цих країн, які користуються можливістю заробити і протягнути, вибачте мені, російське зерно? Смотрите, вопрос в том, что это встреча на границе, как сказал премьер-министр Туск, это был бы символ, жест. Жесты не нужны, нужны решения. Не в состоянии президент Зеленский с премьер-министром Туском, с президентом Дудой ничего решить, чтобы могло повлиять на эту ситуацию. Единственное, где есть решение, это запретить привоз русского зерна на территорию Европейского Союза. Таким образом, цена идет сразу вверх, появляется пространство на украинское зерно, и таким образом, как будто Украина, которая является членом в Европейский Союз, получает возможность, да, участвовать, почувствовать вот эти политические решения. Политические решения – это не в Варшаве, не в Киеве, поймите, это искусственная ситуация. Польша не является рынком. Пане Пьотр, має бути рішення. Нам не просто, в нас війна, нам дуже складно, пане Пьотр. Я до цього апелюю. Я вас почула, насправді, глядачі наші добре почули про те, що ви говорите, пане Пьотр. Яке вирішення? Ну, виглядає з того, що ви зараз говорите, що ситуація трошечки як патова. Допоки не буде рішення тих країн, про які ви зазначили, страйки будуть продовжуватися проти українського зерна. Нас блокуватимуть кордон. Виходить, так? Ну, вчора, от в мене питання, насправді, чи буде розблоковано хоча б для гуманітарки, для військових поставок? Это безусловно, думаю, это будет обеспечено. Просто я не оправдываю, еще раз говорю, я не оправдываю этих несчастных людей. Они думают так, ты кого защищаешь интересы, собственной семьи или соседа? Вот. И претензии. Просто это люди, которые на крайне банкротства, да, которые не выходят. Смотрите, в Польше это вышло десятки тысяч крестьян на протест. В Германии то же самое. И заблокировали города. Это большая структурная проблема. Чтобы ее решить, нужно консолидированное решение в рамках Евросоюза. Сегодня обвал цены на зерно, который ставит под банкротство всех производителей. И просто можем это решить только таким образом. У кого самый большой авторитет, чтобы говорить про решение? У президента Зеленского.
Почему президент Зеленский не апеллирует своим авторитетом к Европейскому Союзу от Украины, которая является кандидатом? Понимаете? Просто получается... Пане Петр, от дивіться, страйкують з польського боку, але має апелювати своїм авторитетом Володимир Зеленський. Ну, все, що може, напевно, Україна намагається робити, пане Петр. З боку Польщі апеляція. Фірми, які контролюють цей ринок. Да? Они присутствуют в России. Вот поэтому причина. Понимаете? В этом причина. На самом деле, просто пока не поставим всех на место, и грязные бизнесы, мелких, я бы сказал, торговцов, которые имеют силу, потому что наживаются на украинском зерне, просто они сильнее. Поэтому проигрываем, и они разыгрывают поляков и украинцев. Я против этих протестов, но они имеют общеевропейский характер. А просто то, что вы пытаетесь сказать, это эмоции плюс показывать польско-украинскую границу. Вопрос не там, на границе. Вопрос во всей структуре зерна. И причина, которую видим, это Россия, которая конвертирует нефть на зерно. Зерно употребляет к войне, так же, как раньше, газ, нефть. Просто сегодня играет зерном. И просто мы об этом должны говорить, и нам должны с этой информацией пробиваться. Россия – самый большой поставщик зерна. И это грязное зерно, это зерно на крови, на преступлении. И это зерно должно быть удалено с пространства Европейского Союза. Таким образом решается вопрос цен, таким образом появляется пространство на украинское зерно. Вот то, что я хочу сказать. Почули. Ну, пане Петр, спасибо. Звичайно, за ваші думки, і я сподіваюся все ж таки, що ну, найближчим часом ситуація якось покращиться на нашій ділянці, тому що в Україні дуже непросто. Петр Кульпа, директор програми школи міністрів Київської школи державного управління та колишній член уряду Польщі.